Шварценеггер, Арнольд, Шварценеггер. Я вообще офигею, если хотя бы этот видос наберет, я не знаю, тысяч, ну, 100 просмотров хотя бы. А, мне можно пожаловаться, да? По смотри, что он сделал с моим телефоном сегодня. Что он сделал? Типа, дополнительно его разбил? Да. Он вот так вот его разбил дополнительно. Доп до сюда. До сюда даже? Да. У него только защита была. У нас заказы просто... Вот как мы начали, у нас вообще не переживалось. То есть у нас след за следом, след за следом. Да. Арнольд. Одна штука. Просто след за следом, блин, вообще. Ну, видно, что пацаны мы работяги, как бы, выполняем все. Вот. Доставить надо в течение 12 минут, уже 6 секунд. Ну, мне пишет по навигатору, что 3 минуты сдаст. Да, вот. Флажок, куда надо доставить. Флажок надо доставить. Да. Самое главное, не в жопу. А это, короче, Женя. А, уже нет никак. Ну, короче, там Женя, типа, подмигивает. Слушай, а тебе еще 5 звезд не ставили, кстати? Не знаю. Ты еще не проверял? Нет. А как проверять-то? А там же вроде клиент оставляет отзыв, что-то такое, нет? Я не знаю. Не, у нас тут как-то все скрытно вот в этом. Это надо... Это у него в теле есть. Много чего. Ну да. Есть теле. Ну, тележка есть. Матаю. 3 часа работы было. 3 часа работы было? Да. У меня тогда такой вопрос, а чё, почему именно Яндекс? Ну, то есть, почему, типа, по моей рекомендации, по... А? Ты как сосиску ешь. Вы чё? Чего не ешь? По моей... потому что я тебе об этом сказал или кто-то другой? Через 200 метров. Или потому что твой знакомый там работает и нихуёво зарабатывает? Нет. В Яндексе? Да. Ну, то есть, работаю. Почему ты туда пошел? Вопрос. Я... Мы сказали, хорошо зарабатывать. И все? Не, ну если работать, естественно, ноги же гасятся. Там как час работы, то есть если на плановый выйти, да? Ну. Час работаешь или не работаешь, тебе 125 рублей платят. И вот многие, скажем так, гасятся. Ну, не принимают заказ, да? Угу. Сели где-нибудь подальше, где заказов нет, вот и все. Вкусно. Получается за час 125 рублей. Согласен. Поверните направо, во двор. Блин, вот и во двор я не хочу, конечно, лучше. А, не надо. Можешь оставить здесь точку, в принципе. Может, так и делаем. Ну, здесь, да. Слушай, я тебе отвечаю, если вот этот вот наберет хотя бы 50-100 просмотров. Тысяч? Нет, алло, ну, здравствуйте. Хорошо. Это что у нас? Ну, за 20, да? Ага. Ну а вот, вот Фрунзе 20, передний дом, вот где вход. Да, с Фрунзе. Да, где вот главный вход. Допустите его, пускай. Че? Он хоть бомжик, запустите его. Что да? Нет, это рюкзачок больше вообще идет. Чего? Мне это рюкзачок больше. Примерно так. Видишь,
порезать и сделать клипом. Да. Можно. Клип. Самый дешевый, самый вкусный. Блин, вот бы один бы телефон был, Android какой-нибудь, ну, не было бед. Угу. Потому что три телефона. Ты такая сфига, что мой маленький. Моему маленькому. Че, один бы телефон, что? Я говорю, мы же тремя телефонами. Один навигатор, один. Тут сим-карты нет просто на. Угу. Где это? Тут слот сломан. У тебя? Да. Пипец. Ужас. Видишь, ты дохерачил телефон. Видишь, как мы. Тем более, блин. Что за фигня, а? Все, короче, пусть они заряжают у тебя. Правильно. Угу. Так, на улицу Кашурникова мы едем, Евгений. Какой Кашурник? Какая? Кашурникова, вот. А тебе это что-то дает? Нет, а тебе дает что? Зачем спрашивать? Ехать около 7 минут в Макдональдс. Через 300 это метров не это, на светофоре поверните налево. Но мы вроде не были еще в Макдональдсе, поэтому поехали в Макдональдс. Блять, я что на скорость не хочу? Я вот вообще видишь, как мышка отвлекается. Видишь, как отвлекается. Мои тебя отвлекают. Ой. Сейчас мы спасем всех, все будут сыты, все будут... Да, всех голодающих спасем. Да. Ну, кто же еще, да? Короче, смотри, если у тебя вот за один день... Подожди, за один день, да? Как? Ну да, за один день. Ну, сейчас вот я хочу до 12 ночи хотя бы поработать. Ночью, я думаю, кайфово будет, потому что, во-первых, заказы, да, и ночью только едешь, кайфуешь. Согласись? Угу. Конечно. Пробок мало. А вообще прибавка 90 плюс рублей. Нам это было, когда дождь. А, заказом много. Не, как мне Тимур говорил, типа, если через спроса много на одно и то же, то это... А что мы там, что надо забрать-то? Там три бургера мы забирали, потом еще два бургера. Опять бургеры? А, тут? Эти бургеры. Я говорю, вот сегодня только бургеры. Больше чего, да? Вот видишь, еще заказ пришел, да. Видишь, попутно. Принять! Прикинь. Плюс 90 рублей, все. О, отлично. Все, видал? Чаевые хоть. Следующая точка, Покатная улица. Мы еще там не были, побудем. Покатная, это... А, так это же... Это же через мост, нет? Наверное. Так это же там, где я живу. А, да? Там, где у меня квартира, Покатная там. Ну а туда мы заказ поедем отвозить. Вот, плюс 90 рублей, да, доплата. Мне кажется, опять бургер, да, через вот эти говорю. 200 метров жопу, на светофоре. Какой-то Арнольд Шварценеггер. Покатная 133, дробь 1. Сейчас какая-то тихая мама заказала. Не, она говорит, мама, а ты что? А я тут. Она никогда не пользовалась. Поверните направо. А вот это что-то не знаешь. Ну да. Может быть. Слышь, Фрунзе, это же мы едем в этот же, скажи мне. В чё? Макдак. Березовая роща. Я понял, где ты находишься. Вообще не на кошелок напасть. Ну блин, Макдак, где еще Макдак? Где-то. Что-то нашла. Нашла, нет? Или кто? Не, я нашел, просто мне интересно именно, где я находится. В принципе, знаешь, заказы не такие большие там. Допустим, от клиента до клиента, да? Там с ресторана, там вот, до покажи, ресторана. Покажи, кстати, что там по поводу чаевых, там все вот это. А вот сейчас не показывают, а отчет. Сейчас не показывают? Да, завтра. Нет, там через Женин вообще покажу, как да. Заказывают. То есть или... там отчеты за каждый этот приходят тебе. Чаевые, не чаевые и все остальное. Разве так не весело работать, а? Ну серьезно. Ну да. Не весело разве? Здесь два человека, а? Вкусно. Обязательно возьму.
два человека просто вот катаются по городу и в принципе занимаются одним и тем же делом. Да, как мы до этого катались, блин, да? Так ты же раньше не работал в доставке, правильно? Да, я работаю, катаюсь. Через 300. Знаешь, это если, я думаю, на мопеде, то там бы еще повеселее было. Там заказы идут обычно, видишь? Ну да. Тебе же надо внутрь заходить. Да, мне надо внутрь заходить. По-любому. Интересно, ну не получится. Зайдем. Было вообще заебись, когда ты подъезжаешь, да, и тебе просто не выходя с машины заказ дают. Ну они как бы могут, но это маленько не то. Спасибо за отличное путешествие. Да, блин, спасибо, что используете логистику. А, тут человек проходит. Вот сюда бы встал. Детище человеческое там. Вот слева. Достанешь. Задним двигаем давай. Нет, такая красивая. Фишка у клиента как. Вообще катался. Я говорю, в некоторых этих дают, скажи мне. Можно взять без сумки, без всего, без формы, да? Ну, в некоторых странах. А в некоторых надо именно обязательно брать это все. Да. Макдональдс, да, Бургер Кинг, Кипайс, то есть они не верят. Лучше как-то достать, чтобы сумка есть, хотя минимум. Только завтра сгодится. Короче, заказ на 850 рублей. Да, привет. После этого делаем мультик, ну, как раз с этим. Ага, так что, не нужно, да, черный лес? А? Разве, да, черный лес? Да не надо, Катя, да, потом. А ты какая-то. Тебе какая-то еще бляка. Ты там бляка, вот ночью будет кайф им достать, согласись? Чего? Ночью, говорю, кайф. Ночью достал. Было бы кайф, да. Большинство ресторанов уже закрыто.